Около 19:20 на улице Максима Горького города Вышний Волочок сотрудники ОГИБДД МВД России Вышневолоцкий при несении службы заметили подозрительный автомобиль «Лада Калина». Автоинспекторы, проверяя других участников дорожного движения, увидели, как водитель ВАЗа повернул направо перед экипажем ДПС. Сотрудники полиции решили проверить состояние водителя. Как оказалось позже, абсолютно правильно. Водитель Калины на требование инспекторов остановиться отреагировал нажатием на педаль газа. Полицейские организовали преследование, которое прошло по дворам улицы Баумана, улицы Шмидта, частному сектору на улице Циолковского. Нарушитель был задержан на выезде из города Вышний Волочок в сторону карьеров. За рулем отечественного авто находился 25-летний молодой человек, житель Вышневолоцкого района. Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД с признаками опьянения уже в третий раз. В декабре 2018 года в отношении водителя было возбуждено дело по статье 264.1 Уголовного кодекса за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Спустя 3 месяца 25-летнего молодого человека вновь задержали нетрезвым. В отношении мужчины возбуждено второе уголовное дело по статье 264.1. Полицейские также составили на него все необходимые административные материалы за допущенные им нарушения правил, в том числе за неостановку на законное требование сотрудников полиции и отсутствие полиса ОСАГО.